Незваный гость переполошил жильцов дома по улице Чечерина. Среди ночи людей разбудили удары железа. Самые смелые вооружились камерой и пошли на разведку. Человек по ту сторону камеры попытался объяснить нарушителю спокойствия, что на дворе глубокая ночь и шуметь в подъезде не стоит, ведь все уже спят. На это не совсем трезвый нарушитель тишины ответил: в этой квартире у него спит жена, и ему срочно нужно попасть внутрь. У меня есть предложение. Вы не будете долбиться, и я не буду звонить в полицию. Пошли вы, нахуй. Я хочу домой себе попасть. Терпите. После этого на шум вышли другие соседи. Вот только теперь мужчина спокойно разговаривать не стал, а попытался отобрать камеру у оператора. Драки не произошло, возмущенный мужчина направился к лифту. Вызвали ли соседи полицию, и чем закончилась эта история, осталось за кадром.